бы, ребятки, мы с вами оборону выстроили ту, что надо, дорогие друзья. Потому что я думал, что будет намного хуже, и мы проиграем. Но, тем не менее, дорогие друзья, посмотрите, мы отличненько выигрываем. И прошли, ребятки, с вами этот уровень. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем играть нашу замечательную игру под названием «Растения против зомби». Так, ребятки, ну что ж, погнали, собственно, посмотрим, что нас ждет. А уже, ребятки, наступила ночь. Дорогие друзья, и здесь уже мне, смотрите, сколько зомби. Туман, ребята, зомби замерз, что ли? Чё он трусится-то? Так, вот это нам обязательно так. Вот это, наверное, конечно, чтобы нам солнышки вырабатывались. Вот это, вот это, вот это. Так, и что тут у нас есть? Так, а у нас был бассейн ночью или нет? Был, наверное, ребятки. Это же задний двор получается. Да, был, вроде нам. Вот такая штука надо, чтобы затаскивала бы. Да, бассейн есть, потому что здесь суткой стоит этот чувак. Вижу. Угу. Так, значит, мы берем вот такую. И давайте возьмем, наверное, так, огненные, огненные, ладно. Потерпим, ребятки. Так что давайте возьмем споровичок. И давайте, наверное, возьмем еще вот такую вот штуку, потому что ночью реально будет очень сложно нам, ребятки, отбиваться от них. Так, дорогие друзья, ну что ж, еще и туман, ребята. Вы представляете, я же абсолютно не вижу, что происходит. А, у меня только водяной споровичок, ребята, а я второй споровичок и не взял, вы представляете? Оказывается, у меня только водяной споровичок, да что ж ты будешь делать-то, а? Это, ребятки, очень-очень-очень плохо, дорогие друзья. Зомби пришли, ребята, вон они, посмотрите. Нельзя, этого только на воде, ребятки, можно садить. Бульк. Ребятки, а что же делать? Мы просто-напросто сейчас не успеем отбить атаку, ребят. Да, ну, вот так вот, наверное, попробуем. Я думаю, таким образом, ребятки, он убьется, потому что реально очень сложно. Посмотрите, ребятки, туман, и нам в тумане, ребятки, выживать, это очень серьезно, дорогие друзья. Надо нам было вместо растений, ребятки, взять кое-что другое. Так. Так, это, конечно же, все хорошо, но мне нужно еще одно солнышко, ребятки, для того, чтобы... я посадил еще раз подсолнух, потому что один подсолнух это реально мало. А вон зомби уже доходит. А, его же ничем я не остановлю. Ребята, посмотрите, уже зомби идет. Чуть-чуть, конечно, неправильно мы сделали. Надо было споровичок взять, тот, что бесплатный. Дорогие друзья. И просто-напросто, потому что зомбики меня уничтожат, ребята. Да-да-да. Так, этого зомбика, ребятки, сейчас... А, мы же ничего с ним не сможем сделать, ребята. Этих бесплатно давайте понаставляем, ладно. А здесь вообще, реально, ребятки, ничего мы с вами не можем сделать. Реально, он прям боится, что ли, когда зомби подходит. Ребята, пускай стреляет в зомби. Я не понял. Так. Отличненько, дорогие друзья. Все, этот сейчас тоже умрет, я так думаю, не успеет дойти. Или спрятался. Ребята, он спрятался, вы представляете? Да что ж ты будешь делать? Откуда вы беретесь? Так, садим подсолнухи, дорогие друзья, потому что нам реально надо за что-то жить. А жить нам реально не за что. Вот это мы, да, вот это мы взяли. В этом уровне мы с вами немножко, ребятки, неправильно поступили. Уже использовали две газонокосилки, дорогие друзья. Но, тем не менее, ребятки, ничего. Потихонечку, я думаю, мы с вами справимся. Ребята, зомби идет, я совсем не увидел. Так, быстрее, солнышко, так, быстрее ставим эту, пускай стреляет в него. Так, быстрее сюда. А вот, что это такое там бегает, ребята, он взорвался. Что это было, вы видели? Зомби с бомбой, что ли, шел? Или что это такое было-то? Реально, так. Все, пускай пока отвлекающий маневр у нас будет, отлично. Так, сюда два поставим, пускай два. А что он спрятался-то? А, он близко боится, когда зомби подходит. Все, теперь я понял. Я думаю, мы должны его убить, ребятки. Так, отлично. А, не там поставил, ребята, не там поставил. Ну ничего. Сейчас поставим там, где надо, я так думаю. Давай быстрее, все. Ставься здесь, стреляй. От
Отлично, ребятки, давайте. Нам ни в коем случае нельзя, ребятки, дать пройти этим нехорошим зомбикам прямо сюда. Их надо бить и еще раз бить, ребята. Быстрее. Стреляй. Так, там идет, наверное, мы никак его не успеем затормозить, ребятки. Так что я предлагаю поставить туда, ребятки, орех мы не сможем поставить, да? Давайте поставим вот эту, пускай хавает вот эту штуку. Реально, он сейчас съест моего этого подсолнуха. Да, ребятки, он съел моего подсолнуха. Вы себе даже не можете представить. Так, ребятки, давайте поменяем, наверное, на вот этого все-таки. Так, отлично, здесь поставим. Так, там плывут, там справички убивают. Отлично, мы даже можем поставить, чтобы его затянуло под воду. Отличненько. Так, все, вроде бы пока что идет, ребятки, по плану. Так, ребятки, меня предупреждают, что приближается, ребятки, большая волна зомби. И стоит реально опасаться, дорогие друзья, потому что... Так, ребятки, это последняя волна, и нам нужно, я не знаю как, но надо ее отбить. Так. Зачем же мы потратили только что столько денег? А, ребята, бомба идет, он сейчас взорвется, посмотрите. Все, он сейчас взорвется. Или нет? А нет, ребятки, увидели, он шел с игрушкой. Я думал, он трясется, а он шел с игрушкой с какой-то. Так, отлично. Так, споровички у нас здесь убивают всех. Так, пускай пока убивает этих зомби. Так, здесь мы поставим вот такую штуку. Пускай зомби, наверное, пока временно... ребятки, отравится, что ли, или что? Я не знаю, что с ним произойдет. Сейчас посмотрим. Ну, вроде бы, ребятки, мы с вами оборону выстроили ту, что надо, дорогие друзья. Потому что я думал, что будет намного хуже, и мы проиграем. Но, тем не менее, дорогие друзья, посмотрите, мы отличненько выигрываем и прошли, ребятки, с вами этот уровень. Это уже немало значит, это просто круто, дорогие друзья. И мы купили за 25 какой-то, ребятки, штучку, освещает окрестности, позволяя вам видеть в тумане. О, отлично, ребятки, мы можем видеть теперь в тумане. Мы обязательно сейчас возьмем эту штуку, ребят. Так, отлично. Так, берем этого. Так, ребята, справичка обязательно, обычного. Так, потом, ребятки, кого же мы берем еще? Обязательно вот такую штуку. Так, и вот такого споровичка, наверное, тоже давайте возьмем. И давайте-таки все-таки возьмем такую штуку, которая будет нам помогать светить, ребятки, в тумане. Так, а, ребята, я не взял за 25 стрелялку. Ну ничего, ребятки, обойдемся. Ладненько, будем стрелять. Так, бесплатные споровички пока пораставляем здесь. Так, подсолнухи ставим здесь. Ребятки, надо было за 25 купить стрелялку, а я совсем, ребятки, забыл. Реально забыл. Так, дорогие друзья, я абсолютно ничего не вижу. Мне нужно... Давайте сейчас купим, наверное... Пришли. Зомби пришли, я вижу. О, отлично, ребята, все, мы можем видеть, что здесь творится-то. Так, отличненько, пускай зомби пока там умирает. Давай, солнышко, быстрее рожай. Он же сейчас съест, получается, мое это, и все, да, ребят? И я не увижу. Он сейчас съест мою штуку, и я буду ее опять не видеть в тумане, дорогие друзья. Наверное. Таким образом, надо его отбить, ребята. Давай, стреляй, убей его. Ребята, да, он съел. Вы представляете, он просто-напросто взял и съел, ребятки. Да, зря мы не взяли за 25, ребята, вот эту штуку. Очень классная штука довольно-таки была. Так, ребятки, жду срочно второе солнышко для того, чтобы срочно напасть на эту. Чтобы сажать, продолжать, ребятки, растения, потому что зомби идут и идут, дорогие друзья, а отбиваться мне надо. И в этом уровне, ребятки, мне уже приходится сражаться. Посмотрите как. Будет две волны зомби, ребятки. Одна, потом огромная вторая волна будет. Так что надо будет, ребятки, вплотную, ребятки, поработать над этим. Мозги. Ребятки, мои споровички зомбик съедает. Надо его уничтожить, пока он не дойдет к нам. Мозги. Так, отличненько, ребятки, мы уже 4... подсолнуха, ребяточки, посадили. Это просто супер. Бесплатные справочки мне очень нравятся. Мозги. Так, давайте вот так вот сделаем. И давайте, наверное, сделаем. Мозги. Где-то там, ребятки, идут зомбики, но я абсолютно ничего не вижу. Давайте купим
и посмотрим. Ага, вот они идут, ребята, все, я увидел. Я увидел, где они. И теперь я могу, ребятки, немножко проконтролировать этот процесс. Они, наверное, не успеют съесть. Так, и там стреляют, вижу, там вижу. С правого фланга наступают зомби, ребята. Давайте вот так вот будем сажать. Потому что с правого фланга зомби, это нехорошо. Надо очень быть внимательным, дорогие друзья, потому что зомбики не шутят реально. Так, отлично, тут все пока идет по плану. Так, там уже зомбики, вижу, идут в воде, ребята, давайте ставить такие штуки. Так, и здесь, наверное, давайте поставим такую штуку, чтобы мы немножко видели. А, там зомби съел, ребятки, нашу эту. Так, давайте уже поставим наконец-то эту горохострел, ребятки, хоть один. Все, один горохострел уже стоит, это уже значит, ребятки, немало. Это уже означает, что у нас хоть что-то, ребяточки, есть. Так, и горохострел это вообще-то вещи, о чем сказать, ребятки. Так, ну давайте быстрее рожайте солнышки, то я уже куплю себе горохострелы. Так, отличненько, пока что все идет по плану. Пока все идет, ребятки, как надо. Так, здесь мы давайте вот такую штуку поставим, чтобы зомбик не дошел к нашему фонарику, дорогие друзья. И, собственно, давайте поставим здесь вот так вот, потому что здесь мы будем ставить, ребятки, горохострелы. Так, это все пока бесплатно, мы все можем доставлять, ребятки. Но только тогда пока бесплатно, дорогие друзья. Так, здесь уже ставим, пускай стреляет потихонечку. Так, отличненько, ставим еще новую здесь, ребятки. Вот здесь вот, отлично. Так, отлично, просто супер, дорогие друзья. Посмотрите, все как... А, мне негде ставить. А, все, поставили. Все, отлично, сейчас этого зомбика также убьют. Или пускай хавает орех пока что. Так, все, там надо было, конечно же, орешек поставить нам для того, чтобы... Ну, ничего. Ничего, ничего, ничего. Нормально и так, нормально, отличненько, ребятки. Мы все-таки выигрываем, мы идем вперед. Так, а кто там, ребятки? Нам мешает зомби, что ли, там? Я не понял. Так, все пока идет, ребятки, по плану. Вроде бы. Если здесь поставим орех, да, то будет все по плану у нас. Так, орех мы там поставили. Ждем еще солнышек, дорогие друзья, потому что сейчас будет вторая атака. Давай быстрее, солнышко, рожайте мне и давайте мне солнышко для того, чтобы я уже начал ставить оборону новую. Так, отлично, отлично, отлично. Так, ставим оборону здесь. Ставим оборону здесь. Так, вон идет посылка. Вижу, 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 играет с музыкой. Отличненько, ребятки, мы бомбочку использовали, ребятки. Так, у нас вроде по всем фронтам, ребятки, есть пушки. Это просто отлично, я считаю. Но мне надо срочно поставить орешек вот здесь вот, чтобы защищать мои фонарики. Так, все, здесь пускай два будет. Так, там орех есть, а там у него стреляется, все отличненько. Так, все супер, дорогие друзья, все идет как надо. Так, ребятки, меня предупреждают, что приближается большая волна зомби, дорогие друзья. Но тем не менее, мы не сдаемся, мы будем контролировать весь процесс, дорогие друзья. Так, последняя волна. Последняя волна, ребятки, и нам нужно ее отбивать. Я не знаю как, но мы с вами должны ее, ребятки, отбить, эту волну. Опять туман, я ничего не вижу, ребята. Но ничего. Я уже уверен, ребятки, что мы обязательно выиграем этот турнир. И обязательно... Так, где там садить что-то нужно-то? Ага, отлично. Так, ребятки, мои хэппи хавают. Вы не замечаете, нет? Опа, отличненько. Так, ну что, этого сейчас замучат, я думаю. Все, ребятки, отличненько. Мы с вами прошли этот уровень и получили какой-то, ребятки, кактус. Давайте, собственно, посмотрим, что это такое, дорогие друзья. Так, кактус стоит у нас 125 солнышек, 125 очков. То есть так стреляет шипами, которые могут... лопать шарики. Ага, наверное, какие-то специальные шипы, какие-то для специальных, ребятки, шариков. Но это мы уже с вами, ребятки, будем испытывать в другом эпизоде. А я вам говорю, дорогие друзья, что этот эпизод подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, с вами был, как всегда, Юра. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать все мои новости на моем канале. А также ставим комментарии, ставим пальчики вверх. Пока-пока, ребятки, я вас всех очень люблю. До встречи!